Ярослав, короче, у нас домосед. Ты где? Тут. А, чего он там? Сидит дома. Ага. Что делает? Ну, Гарри Поттер, я так понял, часто слушает. Ну, а ты его включи, чтобы на улице его слушал. А он боится всяких мошек. А, мошек? Да. Мошек и... Надо гнать его из дома. Тот какой-то действительно бешеный был. Или голодный. А, это другой? Это уже другой, ага. Тут такое стервенело прям. Вот вообще, клевал. Ага. Ну да, это... И еще и озирался. Это смотри, тут почти не озирается, а тут постоянно озирался. Нервный какой-то. По сторонам. Там еще голубь сидит какой-то замученный, смотрит так. Где? Тоскливо. А там, если на балкон выйдешь, увидишь, он сидит там на листовочке и смотрит так на этот клев. Боится, наверное, полиции. Боится этих бешеных воробьев. Голуби-то что боятся? Он же здоровый.